Важную встречу провел сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором ПАО МРСК «Центры Приволжья». Игорь Маковский отметил, что возможности энергетиков растут. Экономика восстановилась к допандемийному уровню и даже выше. Обсудили важный вопрос инвестиций, подвели промежуточные итоги и поговорили о планах. Я знаю, что вы управляете очень эффективно снижением расходов, косткатингом таким и повышением эффективности компании, что позволяет нам, в принципе, не допускать взрывного роста тарифов. И для нашего региона это чрезвычайно важно, потому что промышленный регион и конкурентоспособность, она во многом является именно тарифной составляющей в энергосетях. Мы предложили откорректировать инвестиционную программу на уровень плюс 1,5 миллиарда рублей, как раз вот под новые проекты, которых нуждаются потребители Нижегородской области, бизнес Нижегородской области, население. Нам удалось сегодня восстановить платежную дисциплину.